Всем привет, друзья! С вами Карабаш74, и сегодня у меня на обзоре это не очередная, так сказать, модификация. Она выходила давным-давно. Просто ее переделали под новую версию игры. Это АК. Я ее, по-моему, даже, знаете, не рассматривал. Если мне память не изменяет, то я АКу не рассматривал. Ну, я просто не видел в ней никакого смысла. Да и сейчас я не вижу никакого смысла. Но сиденья в ней стоят спортивные. Это клево. Это действительно клево. На ваших экранах АЗ 4 однерки АК версия 1.3. Просто адаптировали под новую версию. И сделали вид из салона. Извращенский, конечно, вид из салона. То есть, который постоянно смотрит зачем-то на руль. Вот. То есть это стандартная его камера. Кому интересно смотреть на руль, я, если честно, не представляю. Итак, давайте все-таки вылезем из-за руля. Да, жопа у нее вмятая. Сам видок, знаете, достаточно неплохо сделан. То есть текстурка хорошо лежит. Фары работают. Ну, гудок это естественно. То есть гудок есть на всех машинах. Если даже сделать квадрат, то гудок на нем будет автоматически стоять. И гудок тот, на которую версию вы, собственно, его пропишете. Вот. Ну, я имею в виду модель. Давайте посмотрим, что можно поставить. Аддон. А, это этот, шноркель. Ставится на нее шноркель. Да-да-да, это из GTA чувачок сидит, не помню, как его звать. Я ее очень мало проходил, ту GTA-шку. Ремонтные части. Ремонтные части взяты из УАЗа, отвратительно сделаны. То есть стойки, которые идут, которые держат крышу, ну, точнее, багажник на крыше, они уходят напрямую в багажник АКИ. Некрасиво смотрится даже. Но что уж сделано, то сделано. И ставятся увеличенные колеса. Здесь помечено в дописании к этому моду. То есть помечено, что дополнительные колеса взяты из УАЗа полный привод. Поехали, прокатимся немножко. Мы едем, кстати, на ручнике. Как вы видите, все замечательно и великолепно. То есть это не останавливает этот автомобиль. Колеса не тормозят ни одно. Отключим ручник. Мы едем с той же самой скоростью, что в принципе и со включенным ручником. То есть какой смысл от этого ручника, если он не работает? Бестолковый ручник. Вот. Я даже, знаете, я даже не знаю. Подвеска очень хорошо работает. То есть... Но она очень-очень мягкая. То есть, если мы здесь разгонимся достаточно сильно, то мы просто-напросто перевернемся. Давайте я фото на превьюшечку сделаю. Не понимаю, кому будет интересно на этой АКе куда-то гонять. То есть, да, вот смотрите, как по-извращенски колеса уходят прямо в корпус. Вот, про что я вам и говорил. Чуть побольше мы ее разгоняем. И ей сразу становится... Проходимость у нее очень даже неплохая. Я бы даже сказал, что она очень хорошая через чур. Включаем полный привод, дифференциал, что для АКИ звучит очень-очень по-идиотически. Ну, только, мне кажется, нездравомыслящему человеку пришло бы в башку на АКУ поставить полный привод. Вот. Я не буду говорить, что это не существует. То есть самоделкиных у нас в России всю жизнь хватало. Вот. Давайте включим повышенную, что ли. Ладно, ты не бузи. Да нет, наверное. Проходимость ей не сделали. То есть все то же самое, что и у УАЗика. Раз уж звук прикрутили от УАЗа, то что ж уж. Все, мы приехали. А с вами был Карабаш74 со своим кратким обзором на АЗ 4 однерки АК
версия 1.3, адаптированную под новую версию игры. То есть 13.04, 15, по-моему, если мне память не изменяет. Вот. Пригодность данного автомобиля нулевая. В мультиплеере, думаю, что работать не будет из-за вот этого шноркеля и из-за... Что там? Еще что-то было. А из-за колес? Ну, колеса-то может быть, а вот по поводу шноркеля я не знаю. Ну, то есть, я не знаю, ребят. То есть, актуальность этого автомобиля равняется нулю. Так что вот так вот. Подписывайтесь на канал, ребят, подписывайтесь на паблик ВК, не забывайте ставить лайки, клацкайте, пожалуйста, на рекламу, если вам это не трудно сделать. Всем удачи, ребят, всем пока.